Наставник футбольного клуба «Смоленск» Владимир Михайлович Силованов. Владимир Михайлович, ваш комментарий по игре. Добрый вечер. В первых словах хочу поздравить всех наших уважаемых болельщиков, которые болели за нас, переживали. Всю нашу команду поздравить с первой победой в этом в начале вот этого года рестарта чемпионата Олимп, первенства ПФЛ. Трудная игра. Соперник очень хорошо играющая команда. Мы готовились к этой игре. Разобрали команду «Торпедо Владимир». Я думаю, что мы правильно построили игру. Команда справилась с задачей. Забит мяч. Были моменты, которые могли привести ко второму мячу. Но больше пока мы не смогли забить. Хотя моменты к этому были. Я поздравляю всех нас с победой. А Владимир, играющая команда, очень быстрая команда, играющая в атаку. Мы это знали. Мы знали, как построить против них игру. И нас, в итоге нам удалось. Еще раз всех с победой. Все, спасибо. Спасибо.